и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. Витаю всех. Сегодня 20... Какое число? 7-е. 27 мая 2016 года. С Татьяной Васильевной мы едем. Вот какая красивая Татьяна Васильевна. С таким. А какой-то у нас праздник. Куда это мы с вами едем, Татьяна Васильевна? Киевско-Печерскую лавру. Печерскую лавру. Да. Сейчас ждем машину. И сейчас будем ехать в Печерские лавры. Вы что вы ожидаете от увиденного? Впечатлений. А потом расскажем после, что мы. Какое у вас впечатление осталось? Вы сколько лет тому назад там были? Я давно была, еще ходила в школу, там у себя на юге Украины, Приазовский район, Дмитровка село. Нас выбрали 9 учеников лучших из школы. И це я була в 7 класі. Представьте, 14 років, а зараз мені 58. 54 года назад. 54 года назад. Конечно, вот. Помню. И как она изменилась, посмотрите сейчас. А у нас, смотрите, жасмин начинает расцветать возле дома. Покажу сейчас жасмин. Посмотрите, какая красота! Это жасмин, да? Да, это жасмин. Да. Мы приехали в Печерские лавры, вот главный вход. Вот Татьяна Васильевна рассматривает фрес. Вот такая здесь красота. Просто. Самая древняя Печерская лавра. С этой стороны тоже очень красиво. Вот это главный вход. Мы уже зашли сюда, на территорию Печерской лавры. Это яйцо рекордсмен. Самое большое яйцо. Из зеркал сделано вот так вот. А это колокольня Печерских лавр. Каштан еще у нас цветет. Поближе вам каштаны цветущие. И вот сидит Татьяна Васильевна. Отдыхает. Здесь вот идет крещение ребенка. Крестят. Ну, да, это церковь. Ну, она очень красивая, конечно, вот это. Церковь. Необычная такая. Здесь такое вот умиротворение, да? Угу. Вот какие у вас ощущения? Можете рассказать? Спокойно как-то на душе. Как-то, как зашли на территорию, да? Как на территорию зашли? Да, как зашла. И какое-то умиротворение. Как-то какое-то облегчение, вроде как-то сказать. Так, чувствуешь себя в этой, на этой территории. Ага, все так светло, да, и как будто бы так. Да, 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 да. Ага. Вот это колокольня. Сейчас пойдем в музей микроминиатюры. А служба идет, да? Да, да. А я думала, что это крестец же этого ребенка. Может, и крик был, а сейчас вроде как слышно. Слышите, нет? Да, да, да. А, крестит там ребенок плачет. Да, видите, читаю. И ласточки, слышите, да, как будто подпевают? Да. Вышла с церкви тоже в платку, креститься вышла. Да? Чтобы вас видно больше было, чем меня. А то я тут такая сижу на этом. А я какая? А я что, лучше чешу? Ну да, выходим, я вас прикрываю всем. Ничего. Вышли с музея микроминиатюр. И вот ваше впечатление. Ой, вообще, я в шоке. Я такого никогда не видела. И просто думаю, Господи, как люди делали из такого манюсенького, что его не видно. Это ясно, что перед увеличителем все делано, но все равно, как хорошо все приготовлено, а как все сделано. А что у вас больше, я вот так вот держу палку, а что вам больше всего запомнилось там?
с этих, там не многие, и портреты вот эти красивые, как на волосинке там все сделано, и там все золото, и даже платина. Это, и, да, и платина, и золото, и стекло, там и бабочка, и стрекоза, и самолет, в общем, все очень хорошее, все по-своему, подкованная, очень красиво, подкованная, а какая блоха была подкована, золотые вот эти внизу у нее, подковы, на лапках, подковы, да, на лапочках, ага. Это ж вообще все маленькое такое, как люди такие специалисты, как, я не знаю вообще, а я в разрезе волос, разрезе волоса, еще роза. Роза там, была, роза, да, тоже. Да, да, ой, да. Это ужас. 50 тысяч микромикрончик, как она называется, да, да. Меньше, чем... 50 тысяч меньше, чем маковое зернышко. Ну, представляете, что такое маковое зернышко, я сама знаю. Возьми в руки, я уроню, я его не поймаю. Да мы это даже не увидим. А представляете, 50 тысяч раз меньше. Что же это такое? Какому надо быть специалисту, вот это все так сделать? Это ужас один. Это седристы такое делал, да. А еще там, получается, был корабль, который 360, он еще этот корабль, на чем он был? На булаве. Вот такой маленький корабль, и у него, который только через микроскоп можно рассмотреть. И там 360 с чем-то деталей в этом корабле. В этом корабле, да, 366, да. Это и мы на... смотрим через лупы, через микроскоп, как да, сказать. Через микроскоп. Через микроскоп мы смотрели, да, во сколько оно увеличено. Представляете, какое оно маленькое без этого. Это вообще я не знаю. Бедный, как он там все мучился, делал. Ой, кошмар. А еще на булавке, на головке булавки сделано, что там было? Ой, что ж там на головочке булавки? И столько много, и замочек. Не роза, не роза, не... Не роза там была на головке, вот булавочка ж это такая, булавке, и на ней, и на голове. Да. Что ж там было, боже мой, сколько это... всего много. Да, все интересное, все по-своему красиво, и как только человек... Ой. Мы рассматривали через микроскоп такие маленькие такие фигурки, детали, которые в 50 тысяч раз меньше, чем маковое зернышко. И вообще столько всего, очень много всего. Как только можно, боже мой, какая красота вообще. И золото, и платина, что только нету. Мама, да, родная. Татьяна Васильевна так удивлялась. Да, ужас один, я такого не видела никогда. Пришлось, спасибо, Любе, все увидела. Сейчас присели отдохнуть немножко, чтобы отдохнула нога у Татьяны Васильевны, да? Ножка болит у вас, да? Да, болит. Вот если бы не нога, то мы бы с вами, обгоняли бы. И ни одно заведение, много бы посмотрели всего. Да. Эта нога тормозит, конечно. И ходить тяжело, и сидеть посижу, потом встану, не могу ходить, чтобы вообще не отказала. Поэтому ходить надо, больно, но ходить надо. А сейчас так красота что? Здесь сидит, здесь, да? Здесь очень красиво. Где ни пойдем, кругом цветы, зелень, кругом чистота, все сейчас убрано. Покажу. Очень красиво, очень. Тишина, главное. Да, тихо, так вот хорошо. Вот мне так нравится, я тоже так люблю лавру прикольно. Ну, тихо. Придешь здесь как-то вот так хорошо, да, на душе. Да, как-то так хорошо получается вообще. Успокаиваешься. Да, сейчас отдохнет Татьяна Васильевна, идем дальше. Да, уже скоро пойдем, сидеть долго не будем. Пойдем дальше. Там еще много надо посмотреть, увидеть, походить. Так же лучше уж сидеть. Ну, сильно много все равно не будем ходить с вами. Ну, что, пойдем еще в церковь, нам так надо спуститься, что болится. Ничего страшного. Мы приехали для того, чтобы смотреть. Я же хочу спуститься туда, посмотреть. Хоть не всю, но хоть более-менее в лавры туда спуститься вниз, короче. А будете спускаться? Ну, с вами. Сможем? Сможем, тоже. Свечку вы возьмете, я вас вот так под ручку и палочку возьму, и потихонечку будем. Все. Спустимся. Хотя бы не до конца, там же видно лабиринт. Ну тогда Татьяна Васильевна будет герой. Если посмотрю. Мы с Татьяной Васильевной пришли в трапезную. На территории Печерских лавр есть трапезная. Все здесь такое более-менее диетическое. Это борщик. Татьяна Васильевна, что мы взяли? Значит, борщик. Котлета рыбная. Рыба какая-то. Это была запеченная какая-то рыба, да. Салат шуба. И жульен. Самое главное, узвар мы взяли. Узвар, да, холодный. Грушевый. Вы пробовали уже? Да, пробовала. Очень вкусный, холодный. Груша, знаете, груша. Да. Это как компоты из груши, да. Все, приятного нам аппетита. А это блинчики с маком здесь такие делают. Очень вкусные, очень много мака. С Татьяной Васильевной вот идем уже к Нижним Печерам. Подходим ближе к церкви. И вот здесь вот зашли в арку. Посмотрите, какая красота.
И будем заходить сейчас, да, Татьяна Васильевна, в церковь с вами. Здесь вот. Сюда? Ага, красота здесь. Это переход с ближних пещер в дальние пещеры. Татьяна Васильевна вот наблюдает. Да, что вы там видите? Очень сейчас красиво. Покажу. Очень красиво. Да. С окошка смотрим. Монахи, это монахи, да, садят здесь. Ага. Клумбы больше, такие. Больше всего, да, работники, ой, летние монахи. Очень красиво клумбы, разные цветы. Тут работники красивые, нет, тут фигурками высинены. И ромашки тут, и что хочешь. Какие и хочешь. Днепр отсюда видно. И отсюда, да, видно Днепр, и видно левый берег Киева. Да. А там Днепр. Внизу источник воды еще. А внизу водичка, да. Да. Так что так, очень вот красиво, там. Кругом зелено, кругом цветы, кругом убрано, очень-очень красиво ухожено все. Ага. Молодцы, молодцы. Прошу, пока не забуду Любу. Суша. Ага. Татьяна Васильевна, мы снимаемся, да, уже, да, как, да, мы, да, идем с вами. Да, 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 идем по этой дорожкой. Да, по дороге. Потихоньку наелись, теперь идем еле-еле. Ну, мы подкрепились, да, не, да, наелись. Подкрепились, ну, да, чересчур уже так подкрепились. Да. Сейчас покажу еще эту сторону, давайте. Ага. Куда мы еще сейчас будем? Ага. О, сейчас отсюда. О. Куда нам еще предстоит дорога? Дорога. Вот туда. Мы будем показывать сейчас. Так, держитесь. Сейчас выходим на улицу с Татьяной Васильевной. О, так, есть. О, люди оттуда, о, какая мы туда. Красота. Хорошо. Очень хорошо. И уже пришли мы с вами почти. Здесь обязательно надо одевать головной убор. Если идете в Печерские лавры, ага, и дают здесь фартуки, если в брюках, то дают такие фартуки, чтобы одеваться. А, ну я не в брюках, мне не надо. Или дальше вот так сделать. Рехлушкой, колхозночкой. Я на прополку позавязывалась. Вышли вот выход с дальних пещер. Внизу, когда мы спускались вниз под землю, внизу гробы. Нет, как это? Мощи, мощи, внизу мощи, гробах, мощи, да, да, гробах, да, мощи святых. Угу. Здесь в дальних пещерах где-то 40 святых похоронено, а в ближних пещерах 70 святых похоронено. Угу. И как вам? Впечатление огромное, все мне понравилось, иконы красивые, старинные, эти мощи лежат в гробах, все закрыто, возле каждого останавливались, крестились, притрагивались до них, и поцелуями, и так ручкой, все, прошли мы очень хорошо. Впечатления хорошие, вот, и настроение как-то лучше, вроде очищаемся, вы понимаете, ходили там ступенечки такие, не сильно, ну, большие, да, нормально. Татьяна Васильевна выдержала. Да, выдержала хорошо, дорога, что ложка болит, а косыночка, ну, повязана, купили с этой, с этими... с лаврой этой, да, киевской. Лавра. Здесь, да, вот нарисованы лавры. Лавры на этом, на ХБ-платочках. Мы повязались, так вышли, так и снимаемся. Они освещенные, да. Да. Голова все свеченные, не будет болеть, да, там, да, и головка не будет болеть, ничего. И там еще купили такое масло, похожее, пахучее такое, как церковное. Все оно у них освещенное, и все как духи пахнет. Свечи там брали, все, все нормально. Впечатление хорошее. Я ожидала, что я не выдержу, что там сильно много. Но мы прошли там, где 40. Где 40, вот это последние самые дальние. Дальние мы прошли, да. Дальние все прошли, хорошо, сейчас сидим на воздухе. Очень все хорошо, впечатление хорошее. Спасибо. За сколько лет? Это я последний раз была, когда мне было 14 лет. А вы спускались сюда, да? Да, спускались. Я знаю, нам тогда давали в то время, что свечи мы брали, а что на ноги нам давали что-то обувать. То ли вот эти бацилычи, как сейчас говорят. Бахилы, да? Бахилы. Да, вот такое. Мы ему бахилы эти одевали. Ну это ж представьте, 54 года назад. Мне сейчас 58, а тогда было 14. И то все равно воспоминания остались хорошие. Я знаю, что страшно вроде было, что там гробы. А сейчас я как-то более-менее спокойно все прошла. Мне понравилось хорошо. Как очистилась вроде душа. Прошли мы там, свечи просветили, все нормально. Очень хорошо. Сейчас мы на улице. Вот а вы еще видите? Знаете, сейчас я вам покажу, какая экскурсия тут пришла. Сейчас покажу. Вот мы на выходе стоим. Вот сзади экскурсия детей. А до этого мы зашли вниз, спускались по лестнице, а нас обгоняет экскурсия. И мы решили эту экскурсию пропустить, потому что Татьяна Васильевна нога болит, и мы решили ее пропустить. Она оказалась очень длинной,
да? Сколько там где-то человек, наверное, 100 было, да? Да. Ну, они там внизу еще и есть. Они, наверное, молебен там. Может быть, да. Мы вышли первые, они, наверное, еще там, они на молебне. Да, да. Но мы их всех пропустили, потому что я стою двумя ножками на одну ступеньку, а те ж по одной. И думаю, будем мы всех тормозить. И мы их всех пропустили, а после них тогда пошли. Ну, нормально, да, ничего страшного. Ну, вышли нормально, видите, мы не толпились, а ничего. Да, так хорошо мы вышли, да, нормально. Все успели посмотреть. Ощущения хорошие, да. Хорошо, все впечатления, все нормально. Геройски выдержала, да, потянулась. Да, сейчас будем идти. Теперь нам надо подниматься наверх, да, наверх, предстоит дорога. И на сегодня эта экскурсия у нас по Печерскому варварам закончена. Закончена, да. Да, да, все. Там у нас еще планов много, пока я в Киеве буду. Немножко обойдем все. Да. Нам Майдан еще покажем, да? Может быть, пойдем на Межигирье, может быть, пойдем. Поедем, на Андреевский спуск, может, пойдем. Да. Ну, там очень много людей будет. Я не знаю, как мы с вами там будем проходить на Андреевском. И оно все время вниз, вниз, вниз. И на вот таких камнях даже хуже, чем вот эта брусчатка. Да. Да. Там тяжелее будет идти вам. Ну, ничего. Такой герой, как сегодня. Вы выдержите. Я вообще оптимистка. Да. Ну, что ж, я только приезжаю, только больница, вокзалы, больше ничего не вижу. В этих людей нахожусь. Спасибо им. Не надо и родственников. Это такие люди вообще, я не могу. Я когда говорю за них, я даже плакать хочется. Что так, не говорите. Встречают не меня говорим. И Люба, и Тамара, и Светлана, все. Встречают, провожают, как вроде бы я королева. Ну, да. Я мама Самуэла, но не королева. Королева. Вот так вот. Так, все, идем спасибо дальше. Огромное. Очень идемте дальше. Благодарна им вообще. Здесь вид очень красивый. На Днепр мост виден. А здесь еще есть еще одна трапезная. В такой красоте. Трапезная. Вот вход в трапезную. Написано трапезная. А. Вот алисум, цветы мои любимые. Здесь тоже такая красота. Розы тут. Так как мы уже сыты после верхних пещер, вот на нижних пещерах трапезной мы взяли узвар. А здесь такие чашечки. Сейчас я вам покажу. Ой. Вот здесь на чашечках нарисованы печерские лавры. Узвар. Узвар грушовый, с грушей. Такое вкусное, холодненькое, грушей пахнет вообще. А чашечки вы видели, какие там печерские лавры нарисованы? Да, печерская лавра, да. Да, да, на голове печерская лавра. И на голове тоже косынки одели. И здесь все печерская лавра. Да, и вот мы сидим. Красивые чашки. Красивые. Все соответствует тому, где мы сюда пришли. Да, все да, у да. них как раз подобрано. Да, вот такой красоте. Мы тут сидим. Вот нижние пещеры. Здесь вниз спускаются пещеры. И тут мощи святых. Под березой. Ага, красота, конечно. Всем зрителям пока-пока, до свидания, будьте здоровы, счастливы, мы идем домой, все заканчиваем. Да, выходим сейчас с Печерской лавры, вот, и будем сейчас ехать домой. Да, будем сейчас подниматься вот сюда, как на картинке все, красота тут такая. И здесь, а здесь плохо, Днепр, сейчас еще вот здесь покажу. Вот здесь, вот, виден левый берег. И видна церковь. Вот так. А здесь желтые ирисы растут с сиреневыми перемешку.